Пришло время менять дизайн купюр. Такое заявление сделал глава госзнака Аркадий Трачук. Он отметил, что концепция банкнот была разработана в середине 90-х годов. С тех пор в билеты Банка России неоднократно добавлялись различные защитные элементы, а вот дизайн оставался неизменным. С появлением современных купюр номиналом 200 и 2000 рублей пора обновить внешний вид и остальных денег. Первое, по мнению Трачука, может измениться 5000-ная банкнота. Впрочем, никаких конкретных планов у Банка России по поводу модернизации пока нет. Банк России регулярно осуществляет плановую модернизацию защитного комплекса банкнот, который в первую очередь связан с противодействием, с необходимостью противодействия фальшивомонетчеству. При проведении модернизации защитного комплекса может быть изменен дизайн банкнот.